Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вадим Прядко, и сегодня я нахожусь на предприятии, на котором содержатся козы. И после очередного окота, который прошел весной, у нас есть большое количество козликов, которые уже подрастают и представляют определенные проблемы с функционирующими семенниками. Поэтому наша задача – эти семенники у них сделать нефункциональными. Для этого мы берем эластратор, резиночки такие, и приступаем к манипуляции. Перед этим мы будем обезболивать и делать все. И перед этим мы также провели прививку против столбняка, сделали вакцина Коглавакс. И, соответственно, будем обезболивать. Там другие люди будут. Нам сразу подают уже для непосредственной кастрации. Добрый. Добрый. 90 я держу. И пошли. И заносите, да? И заносите. Давай я зроблю с десяток, ты с десяток, так? Ты не против? Та я думаю, робити все. А чого? А я буду фиксировать. Уникаєте ответственности? Не, я думаю, що тут ніякої ответственности не буде. Так, самое главное, это мы, чтобы два яйца оставалось у нас в мошонке. Мошонке, да. Это самое главное. Вот такую резиночку красивую ставим и все. Друзья, метод имеет как свои плюсы, так и свои минусы, как и все в нашей жизни. Плюсы в том, что это недорогой метод, простой, доступный. Даже для неспециалиста абсолютно здесь не нужны какие-то особенные навыки. Вот. У основания мошонки на кожу накладываем эластическое резиновое кольцо. Туда, туда. Дней 10 они будут там. Чтобы не бахнуло. Техника безопасности. Превыше всего, да. Одним из нюансов этого метода есть то, что кольца могут спадать. Они не всегда качественные, они могут рваться. Поэтому нужно будет проверять. Если кольцо упало, нужно будет обновить. Василий Иванович, может быть таке, что кольцо может впасти. В смысле впасти? Ну, разорваться, типа. Ого. Ну, разорваться, знаешь. Понял. Тобто, если оно разорвется, треба пильнувати. Може, если ты заметишь якогось баранчика, что оно не відмирає, а мало бы відмирати, то надо буде обновити. Вже вони парують на всю. Вже парують, так? Звісно. І ще й молоко ссуть. І молоко одновременно ссуть. Паразити. Тут вже і яйця, дай Боже, я тобі так скажу. Вот эти старшие козлы, они уже созрели для своих дел соответствующих и уже делают беду. Вот, поэтому, чтобы нам этого не допустить, так как мы хотим, чтобы у нас было племенное стадо, мы эти вещи должны пресекать. Ну, вот такие рогач. Знімається погано, так? Да? Ну, великі вже яйця. Друзі, видите, тут є спеціальне углублення, ось такі пази, за які і вставляється резиночка. Ось, вона якраз попадає на них. Yeah.
Друзья, у этих козлов яйца уже большие, потому ошибиться тяжело, но когда козлята маленькие, яйца маленькие, очень важно, чтобы два семенника было в мошонке на момент наложения кольца. Потому что если одно убежит, то потом будут проблемы. Потом может такой козел будет продуктивным, сможет делать свои дела дальше. Что будет происходить с ними? Резинка пережимает кровоснабжение, прекращает кровоснабжение в этот орган, соответственно, он отмирает, некротизируется, уходит оттуда влага, он присыхает, и в месте наложения резинки образовывается демаркационная линия, и он отпадает. Зараз попробую. Вот так. Вот так. Ты, кажется, два попробовал. А ну.